обзор двухкомнатного, как, family room, да? Значит, тут вход, как вы видите, сразу влево туалет. Туалет особо не отличается. Очень много классных причиндалищ обычно не бывает. Ну, душевая, это для душа и для шампуня. Туалет, полотенце. Нормально. Кто там регочет? Так, прямо направо пойдешь, бабушку найдешь. Здесь такой как бы кухонный гарнитурчик. Тут можно посидеть. И окно на балкон. Тут тоже дофига места. Ну, там есть этот, вы поняли, сейф. Да, и холодильник. Ну, я классический набор чайный, все дела. А два ключа прилагается, это очень удобно. Так, зеркальце. О, так, тут мама присутствует семейная. Опа, и дочь. Так, как? А ну, шкаф. А ну, расскажите, как вам больше нравится, фэмили или отдельно от папы жить? Да я не скажу, что отдельно было плохо, но фэмили, по-моему... Фэмили получше. Злат, а ну, покажи, какой у тебя балкон. Главное, что тут с балкона прикол, это вид на море. Да, это нам нравится очень. Ну, как бы он такой боковой, но... Сосиски полетели. Сосиски летят? Да, сосиски это там летают на парашютах время от времени. Тут такая... Вид кусочек столовой, тут грилуют, короче, обычно. Ой, какое все вкусное. Вы себе не представляете. Короче, еда очень вся вкусная. Златочка, еда вкусная или нет? Нормально. Нормально. А слишком вкусно. А мне очень нравится. Я хотел худать, но не удалось. Короче, парашюты здесь летают постоянно все время. Ну, а это уже соседний отель, как бы. Ну, по шумности эта сторона чуть-чуть шумнее, потому что у нас отель такой более пенсионный. Что нам нравится, потому что полное спокойствие. А здесь такая конкретная до 11 дискотека идет. Да. Так что так, места дофига здесь. Очень даже стоит. Мне лично больше нравится. А у вас еще окно прилагается? Окно прилагается. О, нифига себе, вы крутые. Тут еще окно прилагается. Да. Пляжные сумочки. А, пляжных сумочек у нас целая куча. Да, кто возьмет Family Room, это как ее, соглашайтесь, если вам предложат переночевать. За то, что мы одну ночь переночевали в обычном место Family, нам дали ништяков на 110 евро. Что нам очень понравилось. Бабушка, а тебе нравится? Очень-очень. Все. Такая красота, как в раю. Все, вот так вот. Короче, пошел. И три сумки у нас теперь. Рекомендую.